Я, конечно же, верю в любовь, но прежде всего для меня, как для человека все-таки карьерного и циничного, любовь – это прежде всего, когда партнер принимает себя и любит такую, какая ты есть, ни в коем случае не пытается ни в чем оградить, не поломать себя, наоборот, полностью поддерживает и помогает как бы в жизни. Вот так вот. У меня в жизни была одна любовь, это, к сожалению, покойный мой муж Алексей Бурда. Он был продюсером группы «Ласковый май», лучший друг Андрея Разина. Вот. И как-то так мы год были вместе, потом, к сожалению, его вот не стало. У нас такие отношения были, что мы понимали друг друга с полуслова, и главное, что он, в отличие от других людей в моей жизни, с которыми обычно долго отношения не длятся, он принимал меня такую, какая я есть, и полностью как бы поддерживал именно, ну, полностью, как был продолжение меня. Вот, я считаю, что действительно каждому человеку надо как бы встретить такого человека, с которым именно комфортно. Если человек пытается там поломать, там ревностью что-то такое, у творческих людей там певиц, актрис это сплошь и рядом. Поэтому, девчонки, уважайте себя. Вы одни, а мужиков-то много, поэтому и все.